When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are made of gold. Мы заселились в Зеленоградск. Постоянно путаю название этого города. Там вон море. Оно сегодня, кажется, очень хорошо так волнуется, потому что супер ветер. Вот, видите. Вот. Прикольный, очень милый бутик-отель. Название я напишу. Вот, нашла его тоже у каких-то блогеров в отметках. Тут что-то тут нашел. Мини-бар. Такой вот стандартный номер. Такая огромная кровать. Полотенчики. Там вот еще одно окошко. Там, кстати, тоже, наверное, красивый, прикольный вид. Конечно, снег. Было бы классно, если бы было солнышко. Но солнышка нет. Такие вот окна, кстати, мне нравятся. Телевизор. Здесь ванная. Так, вот. Господи, где я? А, вот. Все. Ванная. Все необходимое. Мыло. Зубные щетки, кстати, тут есть, которые мы забыли. А, все, я поняла. Я подумала, тут зеркало, а тут душ. Все, понятно. Туалет. Номер милый. Are you like? Yeah. Притом это я предложила снять этот отель. Это я предложила. А так бы мы были просто всю неделю в Калининграде. А тут мы 2 дня будем здесь. Пойдем сегодня снова к морю. Надеюсь, что нас не сгинет. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность в жизни, повышайте время от времени уровень своего комфорта, потому что это очень-очень-очень сильно вдохновляет. Лично меня точно. Так как снять отель немножко подороже, немножко получше, это сразу какое-то гипервдохновение, поэтому я сама беру себе это на заметку. Повышайте уровень своего комфорта в своих рамках. Я просто супер grateful за это место, что я его нашла, что я здесь забронировала. Я до последнего это не делала, вот прям вот. Я забронировала этот отель за ночь до того, как мы должны лететь сюда были. Супер рада, очень рада. Сейчас пойдем есть. Тут есть ресторан местный, кафешка, кофейня. Вот это мы голодные. У меня тут только что происходила проверка кровати. Лёша мне запретил прыгать. Я рада. Ольга, счастлив? Я счастлива. I'm happy, so happy. У меня есть, правда, огромное желание вернуться в Зеленоградск летом, так как я представляю, как тут прекрасно летом. Кстати, рекомендую в Зеленоградске заведение «Рыба-огонь». Там очень вкусная уха. Там есть финская и есть обычная. Вот у меня обычная. И также там очень вкусный фиш-ролл, поэтому рекомендацион от меня. В Зеленоградске очень красиво, это город кошек, там очень много кошек, там есть такие вот снова же заведения, как барахольщик, очень много прикольных лавочек, книжных магазинов, и это снова же не может не радовать, так как моя душа ликует в такие моменты, и, как я говорила, здесь правда очень много кошек. И, правда, ветер, конечно, нам немножко мешал, знаете, насладиться
этим отдыхом, но все равно давал какой-то свой особенный вайб и свой особенный шарм. Правда, было бы хорошо, если бы после этой поездки мы бы не заболели. Но об этом чуть попозже. Всегда говорю вам очень часто, как важно распоряжаться своими деньгами, как важно уметь это делать. И на самом деле не имеет значения, с какого возраста вы начнете это делать. Ну, конечно, чем раньше, тем лучше. А молодежная карта Тинькофф Блэк поможет вам в этом, ведь она с бесплатным обслуживанием для студентов и старшеклассников, как раз-таки ребятам, кому сейчас от 14 до 22 лет, это именно вы, потому что в основном такая аудитория меня смотрит. Еще у карты очень интересный и яркий дизайн, который может вас отличить от других. Что крутого в этой карте? Давайте поговорим о плюсах. 10% кэшбэка в кафе и ресторанах, поэтому часть моих средств с покупок сохраняется и возвращается ко мне на карту. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров, и их список постоянно обновляется. Например, там может быть мой любимый Озон, откуда я могу заказать декор для дома, особенно сейчас, когда я переезжаю, это как никогда, кстати. Или, например, La Moda с одеждой. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. Это могут быть рестораны, книги, развлечения или супермаркеты. Иногда даже золотое яблоко попадается. Кроме того, кэшбэк приходит не какими-то вымышленными баллами, бонусами, а настоящими рублями, которые потом вы сможете потратить на свои хотелки. Не забываем также про бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через СПП, и плюс также бесплатное снятие наличных в банкоматах. Поэтому переходите внизу по ссылке в описании и заказывайте такую вот классную молодежную карту от Тинькофф с бесплатным обслуживанием и также крутыми плюшками, про которые я вам рассказала уже прямо сейчас и в новых лимитированных дизайнах, чтобы от всех отличиться. Мы, кстати, как только приедем в Питер, мы будем переезжать в новую квартиру. Yes? Yes. Правда, мы еще ничего не можем найти. И ничего не можем понять, что мы хотим. Потому что, во-первых, нас выселяют. Ну как? Выселяют? Или как сказать? Можно и так сказать, как сказал Леша. Поэтому мы вынуждены снова менять квартиру. В той квартире, которая с зеленым диваном, мы там прожили 4 месяца. Лёша расстроен. Вот. И, к сожалению, поэтому мы будем переезжать. Так что не пропускайте мои видео и мои сторис, чтобы ничего не пропустить. Тут прям на нашем этаже есть, как я понимаю, такая общая зона с телевизором, с диваном. Не знаю, правда, можешь сюда заходить или нет. И там есть терраса. А, не уверена, что она открыта. О, она открыта! Окей. Я, правда, без куртки, но вон там вот море вдалеке. Круто! Вау! Обалдеть! Видите, я только в свитере. Мы сейчас пойдем в холл вниз. Буду там делать английский свой. Нужно писать эссе. Доброе утро. Сегодня так хорошо спалось на этой кроватке. Просто вообще удивительно. Мы сейчас пойдем на завтрак. Я зачем-то выбрала завтрак. Там надо было выбрать время, какой-то промежуток. Я выбрала с 8 до 10. Лёша говорит, зачем я так рано выбрала. Ну, я подумала, не знаю, я вообще на самом деле не думала. Поэтому мы сейчас проснулись. Сейчас 9 утра, 8:50. Посмотрите, там у нас море. Солнце на улице.
Фантастика просто. Правда, там, наверное, снова ветер, но очень приятно вот так вот просыпаться. Сейчас просто только что шел снег. Мы ходили гулять, зашли в магазин «Барахольщик». Он есть в Светлогорске, в Зеленоградске. Постоянно хочу назвать этот город Звенигородск. И он также есть... Какое солнце! И он также есть в Калининграде. Там очень много всего. Название говорит само за себя. Там разные свечи, не знаю, игрушки, что-то для дома, посуда. Очень много всего. Открыток очень классных много. Взяла там такие вот две подставки. Как это называется? Ты не знаешь, как называется этот материал? Из нитки. Я правда не помню, как это называется. Увезу с собой в Питер. Мне кажется, что на столе будет прикольно смотреться. Вот. Также взяла... Блин, тут все запечатали. Такую вот стеклянную эко-трубочку. Надеюсь, что ее видно. Можно будет ее красиво поставить в стакан. Или в чашку. Ну, наверное, в стакан. Такая вот открытка. Никогда не поздно стать тем, кем тебе хочется быть. Такая вот открытка. Такая вот. Моя одна из любимых. Вселенная мудрая и добра к тебе, поэтому даже если сейчас все идет из рук вон плохо, то лишь для того, чтобы потом стать из рук вон хорошо. Я разучилась читать. И такая вот. Там очень разных много открыточек классных. Это просто пример. И самое главное, что я взяла из этого магазина, это супер классные чашки. Мне и Карине. Карине я не буду распаковывать. Посмотрите, это керамическая кружка. Она супер интересной формы. Прям вообще. Она меня, в принципе, этим и привлекла. И она плюс еще керамическая и такая весенняя. Вот буду из нее пить чай свой травяной. Надеюсь, что я это нормально довезу до Питера. Такую же, только другого цвета, я взяла Карине. Но ее я отдам только, когда приеду в Вологду. Не знаю, куда это будет. И в целом все. На это все я потратила, просто угадайте сколько. Рубрика «Угадайте цену». Так. Сколько я могла потратить на две кружки такие вот, на две трубочки, и на открытки, и на вот такие вот две подставки. 7000 рублей. Просто зашла в магазин. Но больше всего, конечно, тут стоили такие вот эти кружки. Но я вообще не жалею, я наоборот очень люблю такое. Поэтому для этого мне денег не жалко. Сейчас часа два болела голова от ветра, потому что, знаете, голову очень сильно надувает, хотя я как бы в шапке и с шарфом, но все равно такой сильный ветер, и я такой, как будто бы даже никогда на себе не ощущала, то есть как будто бы 30 метров в секунду, хотя в погоде пишут, что 13 всего, но у нас в Питере 13, это вот не такой ветер, который там сейчас. Вот, у меня 2 часа болела голова, я даже поспала полчаса. Лёша мне любезно принёс с аптеки таблетки, потому что мы с собой почему-то ничего не взяли, не знаю почему, никакие обезболивающие, хотя зря. Мне очень сильно помогает пенталгин, это супер таблетка, реклама, шутка. Вот, и как же хорошо себя чувствовать здоровым человеком, у которого ничего не болит. Мы так не ценим это состояние, когда у нас ничего не болит, а нужно ценить. Потому что, когда у нас начинает что-то болеть, мы такие, ой, болит. Все-таки здоровье превыше всего.
Сейчас я в этой лаунж-зоне, мы пойдем обедать, ужинать, тире, вот, а потом я буду снимать видео. Кстати, вопрос-ответ. Впервые за 4 года ведения блога. Так что посмотрите обязательно, по-моему, это видео должно уже выйти. Я просто crazy. Я записала сейчас вопрос-ответ для YouTube, для другого видео на целый час, мне кажется. На 50 минут. Зачем? Я настолько люблю разговаривать. Вот вы спрашиваете, почему я блогер? Потому что я обожаю разговаривать. И если бы я столько много говорила Лёше, то он бы, наверное, просто со мной откинулся. Потому что я иногда, особенно в некоторые какие-то моменты, когда у меня какое-то такое приподнятое настроение, я так люблю разговаривать много. Поэтому я веду блог. Просто поэтому. Потому что я болтушка. Болтушка, понимаете? Girls, мне кажется, что переезжаем с этой квартиры. Сегодня. И сегодня еще, да. Просто без комментариев, мы сами в шоке. Мы сняли квартиру и сегодня. Утром вот ездили, и сегодня же мы с нее. В нее заедем, а с этой съедем. А, ну да. Ну как бы не прямо съедем на 100%, но повезем вещи туда. Ну я там останусь. Ну, я тоже. Потому что там Wi-Fi. Я не знаю, как так быстро произошло, что мы заканчиваем историю с этой квартирой. Ну, значит, так надо. У нас там квартира классная будет теперь. Скорее всего, там. Я надеюсь, что я там сниму рум-тур нормальный. А то я здесь обещала, а в итоге ничего не сняла. Но зато там 100% сниму. Сегодня следующий день. У меня сегодня встреча с девочками с Boosty. Офлайн встреча. Первая встреча, грубо говоря, с моими подписчиками. Но это не как фан-встреча. Это как раз-таки просто вот поболтать, что-то обсудить. Такая женская встреча. Вот так вот. И я даже не волнуюсь, потому что просто понимаю, что там будут мои girls. Вот. И собралась заранее. Сейчас пойду покупать пленку для пленочного фотоаппарата. Взяла его с собой. Вот, и еще хочу купить девочкам открытки. Я, конечно, в явном восторге от нашего ЖК. Он прям новый. Тут еще будут достраиваться, знаете, разные магазины, кофейни. Это еще не задний двор, это просто как бы такой один из выходов. А именно двор, он находится с другой стороны. Вот, я сейчас жду такси, здесь просто 15 минут до Невского. 15 минут на машине. Просто можно пешочком летом гулять. Вообще. Давайте по биологии. Вот. Я ходила на вылку с бредом, мне понравилось очень. Да, я... Девочки ходят, привет. Что тут происходит? Я фотографирую. Так, продолжаем влог. Оп-оп-оп. Hello. Да. Всех видно. Более как обычно. Будем так теперь вместе ходить. Теперь всегда такие влоги будут. Да. Со всеми вот таким вот составом. Мне 5. Мне 5 лет. Вообще самое главное, что вы пришли. Для меня уже очень круто. Что вы пришли, это для меня уже очень сильно.
Это был просто супер мега день. Я в шоке. Пришло 10 девочек, это как раз с Бусти, кто в Питере, кто смог. Понятное дело, что мало кто как бы в Питере, я понимаю, но все равно это так круто, мне подарили подарочки. Вот, мы посидели, поболтали. Сначала было немножко страшно и неловко, но потом все вроде бы как-то разговорились. Я просто вообще постой, вот сейчас тут люди пройдут. Просто все, что можно, обсудили, это так круто. И я вот прям чувствую, что люди, вот они меня смотрят, но в то же время все такие интересные, все такие уникальные. И всех нас что-то вот одно такое объединяет, потому что все девочки просто супер. Я знаю, что вы смотрите. Большое спасибо, кто пришел. Мне это прям вообще супер, просто пупер, как приятно. Сегодня прошла моя первая офлайн-встреча с моей аудиторией, получается так. Это было очень круто. Вот сейчас вечер, я просто целый день убиралась. Я пока вам ничего такого не показываю, потому что я это планирую сделать в отдельном ролике. Я что, запинаюсь. В отдельном ролике я это все хочу вам показать, рассказать, чтобы вы это все увидели. Но от сегодняшней встречи с девочками у меня осталось супер приятное впечатление. То есть у меня никогда не было осознанной встречи с моей аудиторией. Я это не называю фан-встречи, потому что я не человек селебрити, который позвал своих фанатов. Мне вообще не нравится слово подписчики и фанаты. Мне нравится слово зрители, аудитория и просто вот, не знаю, просто мои девочки. Вот. И я никогда этого не делала. И сегодня это было первый раз. Это было очень круто. Вообще всем большое спасибо еще раз, кто пришел. Кто не понимает, что здесь происходит, у меня есть Boosty, это спонсорская такая площадка вашего креатора, то есть это обычно либо какой-то блогер, ну, чаще всего это какой-то блогер. Вот, туда можно выкладывать определенный контент, который будет только там. Я уже там выкладывала два подкаста. Вот, мы сейчас с Кариной рассматриваем разные вариации, хочу туда выкладывать медитации. Я наконец-таки дошли у меня руки до медитации, хочу выкладывать туда тренировки, и вот как раз-таки туда входят, так скажем, офлайн-встречи вместе со мной. Мы уже с девочками договорились, что мы будем ходить на йогу, на танцы, на рисование, может быть, дойдем до керамики, но это вообще по желанию всех, скажем. Придумаем что-то. Поэтому, если вас все еще нет на Boosty, на самом деле, неважно, из Питера вы, из Москвы, откуда-то еще, все равно вы когда-то можете приехать в Питер, мы можем все встретиться. Даже если вы из другой страны, в любом случае там есть дополнительный контент. Вот. Если вас все еще нет на Boosty, то самое время. Ссылка всегда внизу. Это очень приятно. Как для меня, так и для вас, как мне кажется, получить такой взаимовыгодный обмен энергией, живой энергией при встрече, вот это очень круто. Еще мне там подарили подарочки. Одна девочка в пакете подарила мне сырки Александров, много штук. Я поделилась с Лешей, они просто уже лежат в холодильнике, иначе они бы все растаяли. Также девочка принесла в таком вот милом пакетике. Давайте посмотрим, что здесь. Я, конечно, уже смотрела немножко одним глазом. Тут, как я понимаю, это, скорее всего, морская соль. Да, соль для ванны. Такая вот красивая. Спасибо большое. Она с лепестками роз. Вы не поверите, но я недавно у какого-то блогера видела. Блин, круто. И тоже такую захотела, и вот как раз мне ее подарили. Также тут лежит такая вот интересная книжка. Альфред Адлер, надеюсь, что правильно прочитала, «Наука жить». Я уже немножко начала читать, планирую даже, может быть, вечером сейчас продолжить. Это индивидуальная психология, рассматривается как самостоятельная наука, то есть прям что-то такое интересное, научное, психологическое. Специально для меня, спасибо. Вот, и также тут, конечно же, самое для меня ценное, это такое вот личное письмо. Я это все храню всегда. Давайте прямо сейчас откроем. Так, здесь
написано: для Полины, для меня. Вот это колечки. Это небольшой подарочек своими руками. Надеюсь, эти мини-минималистичные колечки подойдут. Колечки, спасибо. Я надеюсь, что девочка не против, что я показываю. Ему большое. И тут также тоже личное такое письмо, но здесь много написано, я не буду это читать именно на камеру, прочитаю сама лично. Вообще, Кристина, большое спасибо. Просто мне теперь осталось всех девочек точно запомнить по именам, потому что все супер активные, супер разные, но в то же время нас всех что-то одно вот объединяет. Это круто. Колечки. Я, правда, очень счастлива. Сегодня такой был насыщенный день. У меня сейчас такой насыщенный период на эмоциях, что мне даже, если честно, хочется немножко заземлиться. В том плане, что просто пожить обычную свою привычную жизнь, потому что Калининград, там куча эмоций, просто вот глаза вот такие вот, очень много красивого, это одни эмоции. Потом два перелета на самолете, это для меня тоже просто отдельный какой-то тип эмоций. Потом мы сюда приехали, собирали вещи в той квартире, переехали сюда. Это вообще стресс, эмоции, куча энергии затратной, которую я здесь трачу на уборку, на раскладку вещей и все такое. Потом сегодня у меня была встреча, и просто, вы знаете, буквально каждый день что-то такое происходит, что просто, не знаю, взрывает мой мозг. И это, безусловно, круто, я, безусловно, такое люблю и обожаю, но от такого, как я говорила в предыдущих видео, нужно тоже от таких эмоций время от времени отдыхать, чтобы потом вот так вот не лежать, знаете, с каким-то эмоциональным выгоранием. Спасибо большое за день, спасибо большое за просмотр этого видео, я вас всех безумно сильно люблю. Правда, очень люблю и ценю, потому что сегодня, когда я увидела всех вживую, это еще раз мне дало понять, насколько я делаю вот именно то дело, которое мне нужно делать. То есть я могу объединять людей, блин, люди могут знакомиться, они могут узнавать что-то новое, я могу знакомиться с новыми для меня интересными людьми. И, конечно, да, вот живая энергия, она никогда не заменит какой-то социальной энергии. То есть здесь даже вопрос не в аудитории, а вообще в жизни. То есть даже когда ты общаешься с человеком, я думаю, вы со мной согласитесь, по переписке, и когда ты с ним видишься вживую, это вообще абсолютно разные эмоции. Конечно, и то, безусловно, ценно и очень-очень мной любимо и обожаемо, но... живые встречи, это прям просто очень круто. Спасибо, что послушали мой монолог вечерний. У меня все еще болит зуб мудрости. Мне, кстати, надо будет его удалять. Опа! Кошмарная информация, да. Ну, я стараюсь об этом не думать. Безумно вас люблю, еще раз скажу об этом. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео.